поздравить группу Пенуар с 5-летним юбилеем, пожелать всего хорошего, здоровья, больше жизни, и чтобы группа Пенуар была в числе первых российских групп, которые покорят западный музыкальный мир и рынок. Thank you.
малыш под названием «Луза». Любители шампанское собрались, я, по-моему, здесь. Свобода нас прыгнуть. Итак, следующая композиция. Loser!
Ты опять!
сегодня в черном. Ты опять сегодня в черном, что с тобой?
может, а камни красиво разбиться, чтобы было больней, но не ей, а тем, кто ее ждет. Это мертвая птица на простых крыльях, не закончив полет, она сможет, а камни красиво разбиться, чтобы было больней, но не ей, а тем, кто ее ждет. Привет!
снимать не надо. Слушай, я все менты знаю, поэтому я снимать не надо. Привет. Здорово. Дурак, это ФСБ. Валяется. Вот, с ними труп. Да? Все.
вас приготовили один киндер-сюрприз. Он заключается в том, что сейчас мы сыграем одну песню, нашу старую песню, в старом оригинальном составе. Это у нас Денис Давыдов на гитаре. Thank you.
из тоже нашей известной песни под названием Faces of Death. Лица смерти, повезло все. We'll be right back.
что тут все вместе собрались по поводу нашего тут как бы тысячелетия. Вот. И специально как бы для таких, в общем-то, отъявленных фэнов, как вы, наш трек «Сердце Оримоно». Thank you.
парочка у группы, которая празднует сегодня пятилетие, материал должен быть издан на компакт-диске. Давайте своими идиотскими криками поприветствуем эту акцию. Впрочем, и вторая новость. Дело в том, что прямо сейчас в этом помещении мы снимаем свой первый профессиональный клип, и поэтому просьба фэнов врубиться пожестче. Окей? Вот. И для того, чтобы рубка состоялась, у вас трек «После родовой депрессии». Песня о проблемах рождаемости в индейских поселениях. Postnatal depression. Yeah.
своих ощутительных результатов просил вас оповестить о том, что 30 октября в этом же зале состоится концерт группы Джимахирия. Приходите, я думаю, не пожалеете. Я имею в виду тех, кто придут. А на самом деле, еще раз большое спасибо всем, кто пришел. Нет, не бойтесь, мы еще не заканчиваем. Мы только дошли до половины. Вот. И если вы будете нас всегда так поддерживать, то, в общем-то, будем мы всегда вам низко кланяться и отплачивать вам своим творчеством. А пока композиция под названием «Певец зари человечества», который повествует о том, как некий колдун пробудился от исполнения одной таинственной песенки. Sunstar of Humanity's Door!